Работы по строительству модульного мини-дома уже подходят к концу. Мастера производства перешли к завершающей стадии облицовки фасада. На создание этого объекта ушло всего несколько недель. В основе только экологическое сырье российского производства – сосна первого и второго сортов. Пиломатериалы сначала нарезают, затем шлифуют, обрабатывают и только потом используют в строительстве. Сейчас бригада из 30 человек работает исключительно на заказ. Если спрос на дома-конструкторы возрастет, предприятие сможет выпускать до 1000 домов в год. Сложности, конечно, есть сложности. Специалистов сейчас не хватает. Но пока конвейеров нет у нас, мы работаем сейчас. 10-15 человек на один день, на один дом, модульный дом на месте поставим уже. Месяц ходит где-то. Полный. А если конвейер, здесь должен работать 50 человек на одном линии, тогда на неделю. За неделю мы поставим один дом. Дизайн будущего строения определяет заказчик. Высоту дома из модулей может быть до 3 этажей. В доме-конструкторе уже проведены все коммуникации – электричество, водопровод и канализация. Поэтому на участке дом остается только подключить к общим сетям. В комплектацию входит необходимое сантехническое оборудование, двери и стеклопакеты. Главное преимущество проекта заключается в заводском изготовлении, что позволяет улучшить качество и снизить стоимость конечного продукта. 1 квадратный метр жилой площади под ключ – составляет всего 120 тысяч тенге. Это является американской технологией, каркасное домостроение. Преимущество данной технологии заключается в том, что они быстро возводимые, во-первых. То есть в течение 2 месяцев, то есть от 2 недель до 2 месяцев, мы можем построить данный дом. То есть ценовая доступность, то есть квадратный метр получается полностью под ключ 120 тысяч квадратных метров за 1 квадратный метр. То есть экологически чистое строительство. По словам авторов проекта, модульный дом отвечает основным критериям современного жилья – экологичности, бюджетности и мобильности. Дом-конструктор рассчитан на перевозку в готовом виде и установку на участке в течение 1 дня. Таким образом, в Южном Казахстане уже построено 10 жилых домов – в Туркестане, Бургулюке и микрорайоне Достык. В планах руководства открыть в области модульный городок. Необычный проект уже направили на рассмотрение главе региона. Ксения Поленица, Галымжан Ерназаров, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».